США. Его задержали в Вашингтоне. Арестованным оказался 49-летний Скотт Стокерт. Мужчина утверждает, что является сыном президента Джона Кеннеди. Подводники по 2-3 года на атомных подводных лодках. В первом периоде, но во втором и третьем сделал результат в свою пользу и таким образом 4-2 победил. Далеко от хоккея уходить не будем, скажем, и то, что сегодняшней ночью невероятный Владимир Тарасенко подрался, выступая... Ёб твою мать, ты дурак что ли? Блять! Господи, какой ужас.